Потягушки. Мы приехали с магазином, ездили, взяли подстилки, впитывающие для животных. Вот эта мадам что-то у нас тут начала закидоны свои показывать. Ходит, орёт во весь дом, да? Взрослеет. Угу. Да, да, говорит. Угу. Это на всякий случай я хочу постелить под покрывало в этом... Да, на третью новинку, там что? Это откуда у Макс такая поза? Все упал. Под покрывало на диван в комнате постелю. Видно не будет, на всякий случай. А, пока не стерилизую ее. Взяли печенье шоколадное Левятово, это мы взяли в фикс прайсе. Мы попробовали, Кристинка брала. Понравились, очень вкусные достаточно. Так, взяли батон. Так, батон взяли, хлеб подалось, как обычно, который берем, что мы на него подсели. Вот, взяли в фикс прайсе также перчатки. Одни побольше, одни поменьше, это Рушан умеет работать во дворе. Потом взяли мы капусту квашеную с морковью. Это же в магните. Угу. Так, батарейки взяли. Энерджайзер. Молока 2. Что тут? 1,5%, нет? Ничего страшного, ладно. Так, муку. Масло взяла еще одну, потому что я часто стряпаю. Так. Здесь лук, морковь тоже. Потом беру сюда универсальную приправу. Кстати, Рушан, можешь посмотреть вот эту вот универсальную приправу, что там стоит? И это она была по акции, вот мне интересно. Потом взяла базилик. Укроп сушеный взяла. 44,90. Угу. Так, это взяла я приправу к мясу. Так, это мускатный орех молотый. Что-то набрала я себе приправ. Себе это заправка для моркови. И все, по-моему. Да, все. И лук, морковь. Можешь поставить туда на веранду. И сразу пакеты даже. Это на место. Лук в холодильник, да? Да нету даже. Там есть лук еще в холодильнике. Да? А? Кричишь, да? Кричишь. Ходишь. Ой, надо наклейки поснимать. Кристинке хотела сказать, она вернее, попыталась. Она говорит, я боюсь. Ой, как они сходят, Руш. Стой, давай я сам. Не, вот все сошло. О, блин, остался клей. Ну, надо найти такую штуку, куда можно будет приклеить их. Они клеят? Да, они, видишь, еще не такие. Их можно будет на второй раз воспользоваться ими. Эй, вы что там творите? А, пацаны? Ну, клей пока на стекло, потому что сейчас я где буду ставить. Ну, мы найдем, потом наклеим. Ну, так оно у нас всегда лето. Ну, ничего страшного. Ну, да. Новый год шагает по стране, все. Да, вот оно сказало. Кричим, да? Спать не даем. И днем ходим, орем, да? Все, будем раскидывать, все по местам расставлять. На, перчатки, Руш. Так. Вот так вот у нас все отходит. Разбираем дом. Видите? Вот, все шатается. Рушан, мне это рушить? Да. Все равно упадет. Да. Офигеть. Патрик, правильно делаешь, беги. А то у меня здесь все обрушилось и все валялось. Так вот у нас рушится фундамент. Из-за этого, блин, я мусорка. Ё-моё. Потом все заново заливать, да, придется? Яйцо нашел. Кого нашел? Яйцо? Угу. Прям настоящее? Да. Чувак, кто здесь лазит? Здесь у нас кур нету. Не куриное. Под... А, не куриное? Но маленькое. Почему не куриное? Может, куриное? Не куриное. Дай я посмотрю.
Патрик, страшно? Ох, трус! Куриное тухлое яйцо. Протухло уже. Наводим порядки. Потихоньку. Все на соплях держится. При ветре это все валится. И создает такое некрасивое. Она некрасивый такой вид создает. Как будто здесь мусор. Но у нас здесь вон камней полно. Если честно. Все это нужно убирать. Здесь тоже рухнет скоро. Но пока держится, подержится. Покрепче держится. И это тоже покрепче держится. Ой, это тут убирать. Слишком много у нас во дворе получается. На нашей территории вот таких вот камней. Очень много. Ой, сколько там камней я. Это все виноград, да? А? Виноград? Вот эти вот трубы, все это у нас встало пока. Ждем человека, он пока занят. Вот. Освобождается только вечером. Два раза приезжал, но столько работы, что он говорит. Не закончим по светлу, а по темноте не очень удобно будет это все делать. Вот, так что ждем его, когда он приедет и свою работу сделает. Рушан свою работу сделал здесь. Вот, так что ждем. Вон Рушан едет. На речке здесь Колей вывозит туда мусор, а там идет как к реке, пристань, или как правильно сказать. Вот он этими камнями закладывает. Будет у него проход туда. Делает. Да? Работник мой. Где дядь Коля? Как вместе? Все. Не это. Не жди, да? Ну, рассказал, показал, что поймал. А-а-а. Погода, конечно, сегодня радует. Весна прям. Да? Весна пришла, мусор принесла. Я там тебе все это в кучки собрала, Руш. Ага. Только вывезти осталось. И здесь тоже кучку собрала, тоже вывезти. Не знаю, откуда вот всякие крышки там вот. Видите, вылазит все из-под земли прям вылазит. Вот. А я сейчас буду начинать здесь убирать. Посмотрите, какой здесь ужас. Но эти окна стояли еще до нас. Они здесь вот так вот стояли. Где-то были стекла, где-то нет. Но в основном здесь все треснутое. Все стекла треснутые. Вот такая вот история. И был ветер сильный. И все, видите, побилось. Ну, они в основном все были побиты, хоть он стоят. Вот здесь вот все побито. Вот это вот окно идет в прибанник. Тоже какая сторона. Не очень все отошло. Надо будет. О, Патрик, кстати, здесь бегает. Да, Патрик? Вот он и по стеклу здесь и бегает. Давай, 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 шуруй. По стеклу здесь не ходи. Патриот. Будем это. Буду сейчас убирать. Да, ну и здесь, конечно, стена такая не ахти. Как Рушан сказал, зачем, говорит, баню, ну, эту ванну. Как-то криво пристройку сделали. И стена вся. Вон, какая играет. Все, буду потихонечку это убирать. Это на дрова, стекла в мусор. И все, потихонечку разберу. Потом покажу уже, как здесь станет. И надо будет все вымести. Тоже эти все камни, все поубирать, чтобы здесь было чисто. Беги, беги, гуляй.
Блин, настолько дров, Рушан. Надо что-то с ними делать уже. Очень много. Рушан Максу лапу разбинтовывает, потому что уже пора. Рушан камни себе собирает для определенных нужд. Потому что я боюсь. Оно отлетает прям в глаза. Да, патриот? Тебе тоже страшно? Рушь. Мелкие не надо куски. Ну вот, большой кусок я его разбить не могла. Уходим, уходим. Я нашла это стекло.
Ой, мамочка, лучше на этот забор не облокачиваться, да? Вот, можно его заменить в этом, в сарае. Вот, либо в курятник. А где мы там поставили? В сарае поставил? Да. Смотри, еще одну нашла. Все, а это уже на этот, на дрова. Ладно. Хорошо. Бывает, это все эмоции. Так, а это уже сломано. Что ж тебя держит-то, дорогой? Краска, оказывается, держит. Реально погром здесь устроила. Кто, я? Да. Где? Все стекла ломаешь, бля. Я не устраивала ничего. Вот это вот, видишь, оно не подойдет, оно толстое. Но да нет. Вы в это, надо все вы в это. Того, нафиг его. Оно все равно никуда не пойдет. Сейчас не те времена, когда стекла вырезают, вставляют нас. Я убираю стекла, это попадет на дрова, правильно? Ну да, стекла все в бетон. Надо не нужны они. Их. Прямо так молотком. Кия! Не забывай говорить. Ну нет, Рушан, я так не хочу разбивать все. Разбивай! Я просто боюсь. Не бойся. Вот и все. Видишь, это мелочь, как это. Потом вот эта мелочь, ее трудно собирать. Аккуратно, вот. Аккуратно. Ой, говорю. Марафетик будет нормальный, да? Ну да. Сейчас убираем, потом покажем, что получилось из этого. Вот. А это да. Металл надо бы собрать, потом тоже поедем. А? Металл собирать надо, потом поедем и сдадим его. Где металл? Вон там лежит, видишь, я все в куче лежит. Вон там? Да, вот эти вот тоже отливы, которые были в куче. Это Руш, ты теперь должен будешь вот это куда-то вынести, оно уже полное, оно, видишь, падает. Сейчас я уберу. Я даже что-то. Это уже от какого-то сарая, в сторону закаканное чем-то. Закаканное. Ну да, его так не снять, его только разбивать. Оно просто здесь, видишь, краской над этими вот. Да это, блин, геморрой, зачем, если это, если, допустим, нужно было стекло целое. Да не надо, не надо, не надо. Если есть возможность снять, то зачем мне его разбивать? Просто понимаешь, когда я его разбиваю, потом его трудно собирать с этого. Тут такие гвозди опасные. Ну снимай. Стой, стой. Вот так, с той стороны. Попробуй выдавить его. Попробуй, не выдавливается. А не выдавливается. Вот здесь вот краска, видишь? Ах. Это называется нервный стресс снимать. Стекла бить. А-а-а! Буф! Надо кричать что-нибудь. Ну вот уже почище стало. Осталось камни убрать, да забор переделать. Рушится прямо. Я говорю, еще два ветра, и все, он рухнет. А рухнет именно где Коли. Мне вот этот вообще столб поражает. Че стоит? Че, говорит, стою? Не знаю вообще. Не держит забор, видите? Никак не фиксируется забор к этому столбу. А че стою, не знаю. Просто так стою для красоты. Гнилой. Я Рушану говорю, давай, говорю, там же есть какие-то столбики.
переделаем хоть какие-то, говорю, чтобы забор, но он весь, я не знаю, вам, наверное, не видно, но если вот так посмотреть, он весь гуляет. А здесь он завален, к соседям, вон, все завалено. Здесь вот обгрызанный где-то, вот здесь вот шифер, он обгрызанный. Выходишь из дома, весь вид портит, а вот это вот что такое? Столбики стоят, держат. Кстати, с нашей стороны, со стороны дядь Коли, вон там вот, может, видно, железка торчит. Там тоже привязано к нашему столбу, вот видите, чтоб держался забор хоть как-то. Вот. Ну вот что получилось у нас. Ничего, так чистенько. Землю Рушан привез с речки, да? С поля. Ну, с поля, да, правда, это проваливается, но это все утрамбуется. Ну вот, чистота. Ну, лучше стало, чище, чем было. Это вообще здесь какой-то завал был. Теперь что вот с этим завалом делать? Отсюда убрали завал, туда перенесли и все. Ну, как сказать, перенесли, блин? Это пилить все надо. Угу. Будем понемножку это все пилить. Да, вот в эту же яму, ага. Одна яма закрыта. Везёшь. Ага, стоит так далеко, да, от реки, считай, возим мы эту землю. И это, привозишь, а совсем, да, немного получается.